дорогие, любимые, прекрасные наши девушки, женщины, дамы, девочки, сеньоры, сеньориты. Мы поздравляем вас всех с наступающим прекрасным Международным женским днем. 8 марта. Да, мы что вам, вам желаем? Мы вам желаем, ну, значит, даже не быть любимыми, не быть даже здоровыми. Мы вам желаем быть счастливыми. Да, как это самое главное. Как выясняется, вот из нашего с Сашей прожитого опыта жизненного, самое главное – быть счастливыми. Так вот, девушки, женщины, девочки, будьте счастливы, пожалуйста. И в этом, может быть, вам поможет посещение нашего спектакля «Письма и песни мужчин среднего возраста». «Декален совет». Который мы играем 16 апреля. 14. Вот мне подсказывают, 14 апреля. На 2 дня раньше, чем сказал Слава. Да, 14 апреля в «Декален совета» с Максимом Леонидовым. Спектакль называется «Письма и песни». Приходите. С праздником вас. Мы ждем вас. Но ничего не